Друзья, всем огромнейший привет. Добро пожаловать на славный мукбанг. У нас сегодня додстер, мясная паста и сырный стартер. Давай сделаем заставку. Я такая? Только что все приехало. Пасту я хочу попробовать. Вот я заказываю там карбонару, ребят. А такую еще ни разу не пробовала. Ну как? Обычно макароны с кетчупом. Да? Угу. А мяса что, нету, что ли? Вкусно? Угу. Сегодня у нас вопросики. А, нет, сегодня у нас вопросиков нет. По-моему, нет. Это прошлое. Нет, я прошлое видео отвечала на вопросы. Сегодня мы просто жрем. Я ее мало еды. А под этим видео будете писать уже вопросы. Ну все, ребят, всем приятного аппетита. Что говоришь? А говорю, мало всего, чтобы сидеть и на вопросы отвечать. Надо было... Ну, что-то я это... Тупанула. Надо было больше заказать. Макароны-то вкусные. Я потом в названии напишу, как называются они. Или там должно быть написано на коробке, дочь. Паста Барилла. А, тут состав просто написан. Ну, я потом напишу название ролика. У нас еще коктейльчики есть. У меня обычный, как мороженка. А у Насти клубничный. Ну, макароны ничего такие. Очень вкусные. И кола, да. Ребят, как у вас дела? Как настроение? Как погода? У нас все тепло становится. Угу. У нас ранняя весна. Давно такого не было. Я смотрела, кстати, погоду на 10 дней. Там еще до 15 минус будет у нас. Ну, все равно. У нас же раньше бывало то, что в марте в это... Там под минус 20 было. Было же такое? Было. Вот. Было под минус 30 в марте у нас как-то. Поэтому у нас ранняя весна. Сегодня 29 февраля, ребят, четверг. Этот видос... месяц зимы. Да, этот видос вы увидите в субботу, 2 марта. Угу. Ну как тебе, дочь, макароны-то? Ничего такие? Нормально. Вкусненько. Я бы не сказала, что ты, знаешь, чисто попробовать, а чисто вот кушать. Ну я бы еще раз такие взяла. Тут сыр присутствует. В додошке, ребят. Я потом напишу название ролика, вы увидите. Я просто забыла, как они называются. Сырный стартер. Там галимый сыр. А есть еще такой же там, с грибами. Тебе вроде он тогда понравился, да? С грибами? Нет, сырный вот этот. Нет. Угу. Он просто немножко похож на этот. Мясо-сырный ролл, который я и люблю. А. К своей стрижке я уже привыкла. Ничего, волосы не зубы отрастут. Угу. Смотрится вроде ничего. Нормально смотрится. Красиво. Спасибо, дочь. Макарошки. Давайте разрежем и посмотрим. Мужика в доме нету. Никто мне ножи не точит. Все упадет. Не упадет. Это что, морковка это? Это, помидор, это помидор, ветчина. Угу. Я обожаю вот эти их стартеры вообще. Их. Их. Под этим видосом, ребят, будете писать свои вопросики в закрепленном комментарии, которые будут раскиданы по всем комментам. Я искать их не буду. А что, уже писали, типа, то, что не ответили? Пишут. Ну, пишут, где попало. Я потом что, должна искать там 300 комментариев?
попробую. Попробуй. Я обожаю этот коктейль. Он мороженое, просто взбитое мороженое. Особо вкуса-то и нет. А мне нравится, там помидорка, вот эта вот сочность. Ветчина и сыр, считаю, очень вкусно. Ноль вкуса. Я тут применила скидку 188 рублей на этот заказ. Там от 1250 рублей шла скидка. Мне этот заказ обошелся в 1086 рублей. С Настей начали вчера смотреть какой-то сериал. Называется «Под куполом». Что-то нам зашел прям. Я начала смотреть, Настя такая тут часть сидела, пила. Раз такая присела, начала смотреть, и все. И до вечера, короче, со мной этот сериал. 7 серий посмотрели. Там 2, по-моему, сезона. По 13 серий. Из этого в школу не пошла. Но лучше уж посмотреть, чем в школу пойти. Такая вообще, лишь бы не учиться. Сейчас поедем, покушаем, снимем видосик. Дальше пойдем смотреть. Пишут, макияж такой вульгарный, яркие глаза, черные, растушеванные. Ну, не нравится, не смотрите, ребят. Мне нравится, крашусь я так для видосов. У каждого свой вкус макияжа. Люди. Как хочу, это мне так нравится, мне. Люди. Я не пятитысячная купюра, чтобы вам нравиться всем. Стопка денег. Угу. И то пятитысячная. Не плевать, нравлюсь я вам или нет. На еду смотрите. А, никто еще не видел, да? Я на казосике сделала. Да, никто не видел же. В пятницу, что у меня стрим был, я сказала, что ты с ногти сделала. С тех пор тебя никто и не видел. С тех пор тебя никто и не видел. Я пропала. Пропала с экранов. Ну, тот раз она не смогла сниматься, потому что племеши были. Мне самой надо было снять. По-любому надо было снять. Коктейль у них обожаемый вообще. Обожаемый? Обожаемый мой. Ты тыкала в экран сырный дастер? А? Срипсер, или как он там называется, уже забыла. Тыкала в экран, показывала, что там? Там ничего особо и не видно. Просто все белое. Белое и желтый сырок, еще чеддер, по-моему, там. Там вроде как 3 сыра. Вот не нравится, у них он... Раньше у них он был очень сладкий. Сейчас стал нормальным. Да? Невозможно было пить. Не допивала даже. Это белки я отдам. Она ждет уже. Все? Вот это вот кусочки. Странно, что она воду не начала пить. Угу. Первый раз такое, удивительно. Вода есть. Вода у них всегда есть. Если, ребят, посмотрите сериал «Под купол», напишите ваше мнение о нем. Понравился ли он вам? Ну и, может, кто-то читал, смотрел. Да. Нам зашел. Мы сейчас будем дальше продолжать. Вкусно. Ну, он пресный. А мне нравится. Не хватает. В том этом... Тебе всегда соли не хватает. Да. Я люблю соленое. А там он прям вообще ешь и кайфуешь. Ты такую там уже брала на ярме? В жральне? Нет.
не такой, мам. А какой? Вот как вот на этот похож, тоже ролл, только сырный ролл называется. А-а-а. Там шарики в кляре сырные. Соус. По-моему, ты не приносила такое пробовать. Мне понравилось. И сам сырный соус. Угу. Очень вкусно. А я ничего помню, он 115. Ну такой нищий мукбанг у нас. Нищебродский какой-то. Сейчас он получился. Где-то 180 стоит, 190, а раньше 115. Да? Цены растут. Когда я с ним познакомилась, типа, он 115 стоил. Цены растут. Что-то хотела, дочь. Угу. Ну, 11 минут. Ну все, ребят. Я не доела. Что за привычка? Жди, пока другие доедят. Так работать челюстями-то быстрее. Я наелась, а ты? Ты это будешь еще кушать? Не, сейчас нет. А вообще? Я, может, белке отдам? Ну, пускай белка поест. Тоже временненько пускай. Мы кушать. На троих делимся всегда по-братски. Если сразу не съедаем, но мы никогда сразу все не съедаем. Угу. У нас очень-очень редко, когда мы все съедаем. Угу. Очень редко. Это не знаю, это надо, наверное, на всю неделю быть голодными, чтобы все сожрать. Нет, если ты всю неделю будешь голодным, у тебя желудок станет вот такой. И ты и тут съешь три макарошки и наешься. После недели голодовки. Если не просто соус. Да. Так поэтому, что... ну, вообще, по факту, живот расширять не надо. То, что не будет... расширять, а растягивать, да, желудок. Так а нельзя. То потом будешь не наедаться, начнешь жреть, жреть, жреть. Лучше по максимуму, по минималочке так кушать. Несколько раз в день, но по чуть-чуть. И все будет нормально. Вот как мы. Ну все, ребят, спасибо, что вы сегодня покушали с нами. Пишите комменты под закрепленным комментарием. Пишите ваши вопросы. Всех обняли. Всем пока. Пока-пока.